Ну, это правильно. Они же мешают учиться, отвлекают. Как-то бы детям ограничить и вообще ограничить телефоны. Как педагог, я даже могу сказать, что положительно, потому что если ребенок постоянно в телефоне, постоянно на него отвлекается, это, конечно, негативно сказывается. Но, с другой стороны, если постараться найти какой-то компромисс, чтобы ребенок мог в учебных целях непосредственно использовать телефон, то, возможно, это было бы положительно. В этом никаких проблем никогда не было. Ну, как бы, да, ругались из-за того, что в игры играли, наверное. Не знаю, все очень быстро меняется. Если бы проявляли больше любви, уважения, пытались бы объяснить вообще, для чего они хотят, чтобы ученики не пользовались телефонами, мне кажется, ученики сами бы захотели отложить телефоны и послушать урок. Я часто сижу в телефоне, в смысле в том, что вот задают ЦДЗ. Я часто делаю это на переменах. А в школах нельзя будет, получается, пользоваться телефоном. Надо будет это делать все дома. Ну и правильно. Не надо подсматривать ответы, надо читать учебники, надо читать книги и думать своей головой. Телефоны не нужны в школе. Я считаю, что неправильно на уроке пользоваться телефонами. И учителям тоже не нравится, потому что все время срывают этим уроки. Я думаю, что это мешает сосредоточенности, наверное, и вниманию. То есть, скорее всего, внимание рассеивается, они хуже будут усваивать материал. Это пойдет на рост образованности нашей нации. Отлично. Почему? Потому что это зло для детей. У меня у телефона практически нету сына, чему я очень довольна. Я считаю, что дети без телефона растут более здоровыми эмоционально и физически.